Как мы его пройдем, мы еще не знаем. Но я думаю, что мы справимся, и впереди нас ждет ванна молодости. Всем предстояло преодолеть нелегкий путь к загадочному озеру под названием «Ванна молодости». По преданию, каждый, кто искупается в ледяной воде этого источника, помолодеет на 10 лет. Чтобы никто не заблудился, путь к ванне молодости обозначен желтыми точками. Ну, здесь, наверное, пойдем. Нет? Возьми. Опа, давай. Опа. Давай. Все, очень спокойно. Они не скользкие вообще. Когда ты прыгаешь, я вообще с ума схожу. Ты же не прыгаешь. Ух ты. Ты же говорила, что ты горная козочка. Внезапно было обнаружено, что путеводные точки уже давно не попадались в поле зрения. Аккуратно, вот здесь за деревья цепляй. В итоге мы действительно выбрали достаточно сложный вариант пути, но ничего страшного, мы же настоящие солдаты. Везем. Да, я тебя. Держись за маму. Оп, хорошо. А ты перешагивай. Тихо. Иди ко мне на ручки. Там они лежат, Леша. Спасибо. Мартин, ну пожалуйста. Осторожно. Молодец. Ты его держи за руку. Я вообще то боюсь, что ты не понимаешь. Молодец. Но я тебе скажу, мне в гору тяжелее идти. Сделали. Через два часа альпинизма